Сегодня омикрон, бесспорно, это вирус, который очень... Это, кстати, S-белок, который очень быстро поражает. Но самое страшное, знаете, в чем? Большая часть заболевших – это у нас дети. Это уже не взрослый вирус, это детский вирус. Когда, знаете, мы, календарь мая, и... Нет, мы не будем спички, консервы, Далай-лама, свет не будет, фотоны, фонарь включил. Кто? Никого. И когда ты сидишь и... Кто? Алло? Ничего. И страшно. Вот так вот, да? К сожалению, да, это люди, большая часть заболевших, это люди до 35 лет. Это понятно. Да. Это понятно. Среди них пенсионный возраст первоначально не более 6%. 18 тысяч красный, желтый, яркий, маска. В руки берешь, а потом, алло, сечет, что? То есть людей, которых первоначально уханьский вирус брал, он их сейчас не трогает. Это дети в основном до 35 лет. Это дети в основном до 35 лет. Дети до 35 лет. Если любому человеку, молдаванин, женщина, неважно. Самое страшное это в том, что мы не знаем сегодня, как лечить этих двухлетних крох. Вот после первого нашего выпуска пришло еще больше писем с вопросами. С одной стороны, люди все поняли, с другой ничего не понимают.